Книга «Открытым оком», том 6. Вопрос 1581. Взаимоотношения. Разве может быть так, чтобы судьба человека одного была как-то связана с другим, и от положения одного страдал бы другой? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Может быть и есть, что прослеживается и по Священному Писанию. Тем более даже какая-то связь даже между живым человеком и неживой вещью. Буря, кораблекрушение. Вдруг оказывается, что имевшие доступ к спасательным плавсредствам не могут спастись, так как от этого зависит спасение и других на корабле. И притом без учета этих плавсредств, которые тут же и были ликвидированы. Деяния 27:31-32. Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Иногда предсказание о такой связи повергает в шок. Так мать, желавшая узнать о выздоровлении сына, вдруг оказалась предвестницей смерти. Она идет домой, а смерть ровно на полшага перед ней. Она может и не ходить домой, тогда сын ее будет жить. Но какая мать не прорвет все преграды, чтобы увидеть живым дорогой плод чрева своего? Но вот она открывает дверь, и дитя ее закрывает свои глаза в смертном сне. Она может стоять за дверями, и сын ее дышит и ждет ласковую мать. Это разве не связь одного с другим? 3 Царств 14, 12 и 17. «Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу. И лишь только переступила через порог дома, дитя умерло». Все случаи не перечислишь, но вот последний царь России Николай II шел в связке, как по горному склону, с мужиком из далекой деревни на Урале. «Буду я, будет и царь, и Россия, а как меня не будет, не станет тогда ни царя, ни России». Григорий Распутин. Каким он был, теперь не узнать. Григорий, Гришка, Конократ, Распутник. 10 января 1869, 17 декабря 1916 года жизни. Его боялись, чтили царь и знать. Спирт – эталон, российский дом – Распутин. И если смерть Кощея на игле недосягаемая, скрытая таилась, так почему ж царь-батюшка в Кремле не догадался скрыть его по силам? Пророчества сбываются не все. Не все они от Бога вдохновенны. Но на одной петле с Романовым висеть, что в раз на всех одно нашло забвение? Григорий Новый, еретик, колдун. Нам говорят, он странник и святоша, но для России на столетия скунс, на черта преисподнего похожий. Зачем царю идти наперекор судьбе, предсказанной любимцы из народа? Царь Николай сам для себя стал вор, с карикатурной, не святою мордой. Успейте разорвать порочный круг, смятение погасить, масонов бурю. Пусть он святой, целитель, лучший друг, питающийся самостью и дурью. В сцеплении роковом они навек, по роковым ступеням до подвалов, несут позор посмертный и навет. Санкт-Петербург, сроднившийся с Уралом. Быть может, у престола в небесах причина, следствие, палач в обнимку с жертвой. И кто бы что сегодня ни писал, в суждениях спотыкаясь, люди смертны. Нам промолчать в преддверии могил, не заступайся и не осуди. Канонизация есть ложь по мере сил, все тайно ясное лишь у Христа судьи. 5 мая 2003 год. Игнатий Лапкин.